Hey, yo, what's up, guys? Всем привет, всем здравствуйте, с вами, как всегда, я Лёха, Hard Games. Ребят, вещаю я прямо сейчас с киберспортивной стриминговой платформы, да, на которой я стримлю. Платформа называется Vast TV. Для того, чтобы туда зайти, нужно просто перейти по ссылочке внизу в описании, присоединиться, добавить в избранное и погрузиться в мир шикарных стримов вместе с хардплеем. Да, я скромный, красивый, но сегодня мы не об этом. Сегодня мы с вами, ребят, продолжаем проходить Kingdom Come Deliverance. И поворот за поворотом, неожиданные всякие штуки, дрюки. Пойду за сокровищем. Я принял решение пойти за сокровищем, уж больно мне интересно. Мне надо с одними суками поквитаться, которые меня тогда наказали. Я думаю, что нам удастся это сделать. Желаю всем приятного просмотра. Лайк, чай, кофе, подписка, ребят. Палец вверх обязательно завезите. Так что блять, меня глючит или чедачи нет? Два часа чилим. Ох, сейчас пушечка будет. Поехали. Вот, да, посприял, как говорится, здравия желаю, всем здорово. Так, захавать, раз, достаточно, хотя, а есть что-нибудь так? Моя лошадка, да. Эх, моя лошадочка, ну здравствуй, моя дорогая, да ты ж моя, господи. Ну что ж, ребята, предстоит нам путь очень долгий в Скалицу. В Скалицу путь предстоит. Мы сейчас находимся вот здесь. И, в общем-то, в связи с тем, что играя, ребят, на хардкоре, ориентируемся мы сугубо на, знаете, пальцем в небо. Прям вот, можно сказать, вот так. Я бы заглянул, на самом деле, вот сюда. Я примерно уже, кстати, ориентируюсь. Мне кое-кто, один прекрасный стример, усирался, что невозможно будет. В итоге, типа, все попутаешь, запутаешься, ничего у тебя не получится. Но прекрасно пока что ориентируюсь на карте. Если честно, я уже более-менее начинаю понимать, где, что, кто, зачем и почему. Шикарная природа, ребята. Прекрасная атмосфера этой игры, конечно, заставляет нас максимально в нее погрузиться. И вот как раз вот смотрите, вот где-то вот здесь на карте, вот где-то вот здесь вот, ой-ой, где-то вот здесь вот на карте есть новое задание. А смотрите, получается мостик, за мостиком у нас будет крест и первый дом после креста. Смотрите, мостик. А не дальше ли это? Блин, это, наверное, дальше. Я думаю, я здесь пройду. Да, это было немного подальше. Ищем еще один мостик. Место для рыбалки. Что? Стоп. Прикол. Форелька. Но мы, кстати, с тобой так и не научились готовить до сих пор. А, вот, кстати, этот мост. Давайте вот здесь по отмеле. Я думаю, на лошадочка наша пройдет без проблем. Давай, моя хорошая умница. И где-то вот здесь вот как раз... где-то вот здесь вот, ребят, вот. Вот этот вот где-то дом. Вор, там не было воровства, не. Вот он крест. И вот смотрите, за крестом прям вот следующий где-то вот. Где-то вот здесь вот. Что-то где-то вот здесь вот, друзья мои. Давайте посмотрим. Кстати, на карте у нас появляется с вами восклицательный знак. Судя по всему, это вот этот чувачок. Кожевник. Привет. Jesus Christ be praised. Работа. Have you got any work that needs doing? Not much. Unless you're not averse to a bit of risk. How do you mean?
As you can see, I tan hides. I can only buy them from the Master Huntsman, and he never gives me enough. I'd hunt them down myself, only he keeps a close watch on me. But you now... Well, I don't think the Master Huntsman would be any happier about me hunting on his preserve. He wouldn't, if he caught you at it. Look here, I'll pay a good price for whatever you bring me. And sometimes I have to fill an order and I need something in particular, in which case I would pay you extra. And if you help me out a few times, I might be able to teach you something useful. Научу тебя полезному. Шкур у нас нет. Can you use some hides? I need the hide of a sturdy roebuck. Взрослый олень. There's a wealthy merchant after one to hang on his wall. Взрослый олень. Anyone would believe he bagged it himself. God be with you. Без вариантов, это нужно прям... Из всех мест, которых я знаю, где водятся олени, это вот здесь вот, вот. В принципе, мы туда пойдем. Ну, мы туда как бы будем держать путь. Так уж, если между нами девочками. Окей, будем иметь в виду. Взрослый олень. Вы знаете, я что-то так подумал, мы можем, конечно, через лесок, через кусток, через прыг-скок, так скажем. Я вот здесь блудануться боюсь. Вообще легко можем так люто заблудиться, что... В ровне, кстати, нам не особо рады. Или нафиг не рисковать. Лес — дело опасное. Черт с ним. Поехали. Давай рискну. И же виды в этой игре, боже. Кстати, пока мы скачем на лошади, верховая езда у нас также качается. Так, это мы сейчас щемим вот по вот этой тропинке где-то. Или нет, или да. Короче, мы прям... Ой, мы прям вот по окраине леса. Надо смотреть за засадами и за прочим дерьмом. Ты кто? Странник, пусть идет. Может быть, кстати, где-нибудь оленя случайно заметим. Блять, главное, волков не... нигде не на это. Так. Просто заброшено. Часовня. Вот мы сейчас как раз посмотрим, где мы. Вот мы. А это что? Почему он вообще, прикиньте, вообще никак не отмечено? Заброшенная. Слушайте, ребята, это заброшка. На. Мархоеды. Просто есть знаки вопроса и все. Подождите, но дымок из трубы идет. Вот я увидел озерцо их. Садок.
Подозрительная деревня какая-то. Здесь не будет никаких нам сюрпризов, нет? А, ну здесь только, видишь, украсть. Да вроде крестьяне. I'd like to discuss the price. Сюда? Sure, why not? Сюда. Is this enough? Well now, a little more and we'll shake on it. What do you say to this? Well now, a little more. Да ёпта. And we'll shake on. 57 глэк. Oh, that would do it. Хорош. Так, 974 голды. А ну-ка тормозни-ка, мужик, стой. 974 голды. Я бы вообще он за 200 голды взял бы, вот знаете, вот самое седло, просто с тремя какими-нибудь этими. Нафиг выеживаться эти какие-то там супер эти седла. Просто пока что взять вот. Простое седло, 4 седельные сумки. Все. Больше ничего бы вот не брал, вот честное слово. Да, го возьмем. И как раз лошадь будет грузиться очень много. И седло будет, и все будет по красоте. Давай с ним заторгуемся, прям поагрессивнее с ним заторгуемся. Прям вот, вот так вот прям. Well, a little more, and we'll call it a deal. Слышь, ну если мы 15 голды скинем... Просто 15 голды минус. Лошадка. Иди ко мне, моя радость. Ай, ты какая красивая у меня. Ай, ты моя хорошая. Ты моя, господи. Да что там говорить, а? Так. Ну что ж. Лошадка, лошадка. Я тебя поздравляю. Тут на тебя вкусняшка прилетела. Наверное, в доспехах, да, я так думаю. Что ж, давайте посмотрим, как выглядит. Наверное, теперь у лошади, да, надо его типа активировать. Да, сумки, сумки, ребят, добавились. Я приношу свои извинения, а насколько теперь... А, на 200 лошадочка теперь моя. На 200 моя лошадочка. А, верховая езда еще открывается. Ты знаешь, я бы взял... Ваша лошадь скачет быстрее, но может нести меньше груза. Вы знаете, я бы... компенсировал сумками, я бы затюнил вот этим вот перком, чтобы она побыстрее скакала, побыстрее. Но сумками мы перекроем общий груз. Потому что это ваша лошадь может нести больше, но двигаться будете медленнее. То есть ну, она вообще на месте будет стоять. Ее забьют и все. Я предлагаю вот это выучить, все, я решил. Итого у нас лошадь сейчас на 30 всего меньше. Ребят, 168 это самые сраные сумки, которые у нас есть. Типа
Я вас умоляю. А, так, открыли. Угу. И вот прям где-то по дороге и направо что-то кто-то еще хочет. По дороге и направо. Опа! Бакали... Ой, сорян, бакалейщик, говоришь? А нужен ли он мне, бакалейщик-то этот? Постольку, поскольку, мне кажется, такое. Хавать у меня есть. Да нет? Опа, побыстрее лошадка начала. Тыгыдык. Лошадь пока, ребят, менять не буду. Все вот оставлю как есть предельно. Так, вроде бы я правильно пошел. Что ж, скачем в родные края. Да, вот мы прям прискакали. А дальше... Ой. А, вверх. Сюда. Знаете, я лук здесь, пожалуй, ребят, достану. Мы уже это проходили. Тили-тили, трали-вали. Мы в засаду попадали. Дайте-ка я грибочков чуть-чуть к себе накидаю. Слушайте, я прошу прощения. А здесь ничего такого нет интересненького? Может быть, оленя увидим? А про шкуру мы помним. Так, нам бы немного поторопиться, потому что, ребята, ночью по лесу вообще нет никакого желания тыгыдык делать. Это чё? Колесо от телеги. Ёпта, миллион белых грибов растет. Чего бы? Телега. Происшествие. С дороги, может быть, телега улетела? Да. Это с дороги. С дороги улетела телега. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько ожерелья? Косарь! Ни хрена себе! О! Кролл, ёпта! Шлепок такой. Такой, знаешь, прям шмяк. Сорян. Кролл, бля, буду я не специально. Кстати, охота плюс прокачана. Ну, ребят, ну надо здесь так. Здесь по-другому навыки, но не прокачать. Верховая езда плюс один. Охота уже на четверочку. Блин, как мне нужна пятерка, а? Все-таки не могу, ребят, выбрать, клыки или рога. Говорили мне пацаны, что все-таки лучше, наверное, рога. Очень-очень такие прям были споры, знаете, глобальные.
Все, на лошадь просто закидываем. Мы сейчас еще и забарыжим, между прочим, грех из леса приезжать без еды. Если бы мы оленя на самом деле, ребят, завалили, это было бы очень хорошо для нас. Слушайте, очень красиво тропы сделаны. И не срежешь здесь, потому что лошадь вся покоцается, разобьется. Очень красиво. Вообще природа в этой игре, конечно, но это отдельная история. О! Бля, я с лошади не умею. Да, сейчас. Ёпта. Чат, вы что, охренели, что ли? Стрелы эти очень дорогие. Чат, не шутя вы. Как вот так упрыгали-то? Ну и ладно. Ишь ты какой. Деловой. Где вот теперь мне стрелы искать? Тупо забайтил на стрелы и просто ушел. В закат. Хрен с ним. Че-че? Че за череп? Че за череп? В смысле? Череп. Кто-то на меня напасть хотел? В ухо. А потому что уши длинные. Как хорошо с лошадкой, а? Как готовить? Надо научиться готовить. Я, зараза, не умею пока. Что вот это за дом? Тук-тук. Вообще доверия не внушает. Тук-тук. Подожди, это своровать или взять? Ребята, это не воровство, кстати. А кто хозяин в хате? Нет, это не воровство. Слушайте, а поход дела хозяин это? Это просто взять. Редиска. Блять, заснуть и сохраниться. Это что за... Что это за кладезь такой? Окей. А ну если что, мне скажут, что это, наверное, чей-то дом. Я так-то пох, я... Человек не это. Возьму пока книгу, почитаю по верховой езде. А чё нет-то? Тупо книжку сейчас прочитаем. Сытость мы пополним, как раз мясо добьем. Еще и умный. Умный, ёпта. Все, пожалуйста, верховая езда. Я говорю, то, что мы с вами потратили столько времени на этот,
Это вообще просто, это топ. Это реально прям топ-топ. Слушайте, я не знаю, кто на самом деле здесь хозяин. Да, тихо-тихо, да, и пошел, называется мое. Интересно. Нам дали еще живучесть. Марафонец, падальщик, здоровое питание. Если вы не переедаете и не голодаете несколько дней подряд. Блять, в принципе, я вот это вообще изи могу соблюдать. Плюс один ловкости, плюс один к живучести. Это же вообще имба. Да-да-да, я это возьму. Почему нет? Живучесть вообще плюс 2 сейчас идет. А, навыки охота, верховую... Блять, верховую... Вот, знаете, вот, вот почти вот прям... Кстати, подождите-ка. Сейф бесплатный. Это сейчас серьезно? Да, это сейф бесплатный. Не-не, я понимаю, что сейчас меня там кошмары мучают, там прочая херня, да и... Как бы... Просто вот так вот делаешь. Все. Можно здесь вообще зачилиться, поспать на самом деле. Ну, я серьезно, я не знаю, чья это хата. Знаю, мне надо. Корзинки кто-то плетет. Бля, ночь скоро, ребят, да. Слушай, ну его нахрен, давай зачилимся здесь как следует прям. Вот здесь прям щеманем, как сейчас. Поехали, а чё, чё мы боимся-то кого? Пожрать есть, все есть. Ночь сейчас быстро пройдет. Попробуй готовить. Да не умеет у меня перс готовить. Надо какую-то книгу по кулинарии или еще почему-то. Надо понять, как это делается. Все, игра сохранена. Берем. Блядь, ну естественно. Чисто, знаете, на голодный желудочек встал. Бля, грибы все пропали, ну ёп. А, ну подожди, слышь, здесь же редиска, хириска, вот это вся, да, карусель? Всё чё? Котелок, а чё толку-то от этого, ребят, котелка? Ну, подойду я к котелку, и что? Вот бросьте в котелок. Короче, я хз. Все, 2 часа чилим, чтоб у меня кошмары прошли. Это наш дебаф такой неплохой. Бля, может быть, конечно... Ну, конечно же, ёпта. Как по-другому-то? А, на костер надо наводиться. Да ладно. О, стой, стой, стой. Подожди. А как пожарить? Блять, крольчатина пропала. Слушай, оно быстро тухнет, посмотри, реализм. Все, сутки не приготовил, все, нет кролика. ГГ. Нету, ребят, пропал кролик. 0 из 0. Так, ну ладно. Казалось. Так. Мы где-то вот здесь, да, зачилились. То есть нам надо пересечь реку и в заброшенный город. Поехали. Сейчас мы этим чепухом раскурим. Должок у меня есть, когда они меня гопнули, вообще, когда я нубом был. Сейчас, ребята, вы
Я даже помню, где они. Сейчас, мои хорошие. Я вам, бля, устрою. А ну-ка, стой. У меня вот единственный вопрос. А где это здесь? Какое задание? Смотри, второй дом где-то на углу. А ну-ка, стой-ка. А что за задание? Она же сожженная дотла деревня. Это вот здесь. 100%. Вот этот собор, да? Да. Подожди, поле должно быть. Не то. А-а. Секунду. Должно быть поле. А, маркер вон же, ёпта, я все забываю про эти маркеры. Ну, наконец-то верховая езда повысилась. Надо еще качать. Так. Байт? Похоже. Я тебя сразу предупреждаю, мозг будет вот здесь тут висеть твой. God be with you. А почему он один здесь живет? I see there's not much going on around here. So you've stayed here on your own. Quite so. All by myself. All the others were. Здесь же всех убили половцы. Может ему помочь чем, я не знаю. Может денег ему дать. Sorry to hear that. Слушай, ну дом он свой не бросил, ребят. My older brother ran away with the wandering players. So when our father was on his deathbed, he made me swear. А, он отцу поклялся, что дом не бросит. I can see you took your vow seriously. I did. But it's starting to get dangerous around here again. The Cumans. If it were Cumans, I'd grab an axe and that would be that. But a week back, some rabble made their way through. А, быдло! They begged me for food, and mark my words, they weren't taking no for an answer. If they'd been just a town, а, быдло, 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 ребята, вот. Напрягает. There are gangs like that around, true enough. Какая-то шайка быдла есть, которые они говорят, типа, отдавай всю еду или песос. I saw the mess they left behind. Savages. It was horrible. People tried to find shelter in the church, but them dogs was waiting. They knew too well that's where folk would try to hide. And where did you hide? By the grace of God, I got my family away into the woods. В лесу спрятались. I don't see your family with you. I hope those bastards didn't sniff them out. No, no, it takes better man than them to track me down. I sent my wife to Ratte with some others. Конь такой на этом на фоне стоит. Когда люди вернутся? I don't know about Scalets, but the folk here are sure to want to come back. The only thing they're missing. Боятся люди просто возвращаться, видишь, нужна типа поддержка. Indeed, when the land's at war, священник нужен. Fight to protect their property, but simple folk want someone to tend their souls. Of course, but it was the Scalets parish priest who ministered here, wasn't it? He did. But there's been no sign of him since the attack, or at least he's definitely not in. Скалится, напомните к священнику зайти. Нужно, чтобы он пришел, типа, осветил эти места и люди домой вернутся. Maybe you could help us find the priest we need here. Да, да, конечно, давай поможем. But I've really got no idea where to start. I can help with that. A few years ago, there used to be another priest in Scalets. Скалится был другой священник. Father Simon, I remember him. That's the one who went missing, right? Aye.
I don't want to spread rumors, but they say he was in love with his housekeeper. And then she died somehow, poor thing. Я об этом не слышал. That's not a story I've come across. It only reaches folk who care for such tales. Well, to finish the story, Simon left the parish and ran away. You know that already. There was neither sight nor sound of him for a long time. Until this spring, he showed up here. And what's he doing here? That's just it. People say he's become a hermit. Священник после всего этого стал отшельником. Exactly. But you could start by talking to that girl's parents. Well, they live on a farm nearby, and it's likely they know more. They may even have had words with him. I'll go and see what they have to say for themselves. God go with you, lad, and I pray you find him. If some heathen stabs me in my sleep, I'd rather have a decent burial. Don't worry, I'll bring someone. Farewell. Слушайте, я бы нашел. Бля, его же какой-нибудь быдло вообще изи может минусануть. Короче, был священник у нас в моем родном городе, но он говорит, он после всего этого, типа, он стал отшельником. То есть это люди, которые вообще уходят в ну, грубо говоря, ушел в себя, вернусь не скоро. Ну-ка. Он прям здесь. Слышь, так мы по этой дорожке прям к нему и выйдем. Поехали. Так, погнали. Мы сейчас очень быстро до него доберемся на лошади. Да, но он меня нахер сейчас пошлет. Это 300 вам процентов даю. Сейчас он скажет. Половец. Ребят, это ж половца. Сука. Давай, давай, сынок, блять. На, ёпта. Пузо. Сучонок. Дом мой разорить хотел. Это таких ломать надо сразу. Это те, кто всю семью мне. На, ёпта. Уколол его. Сучонок. Я, сука, даже слезу. Поехали, ёпт. Давай, бля. Давай! Не пощады тебе, сука. Не будет пощады. За моего отца. Никакой пощады чертям таким. Смотрим. Доспех в труху вообще разбитый. Даже брать не буду. Кожаные перчи на трейд. Отлетят. Кольчужный койф. Блять, очень бодрый у тебя дружочек был. Кольчужный койф. Легкий доспех. Трейд, трейд. А вот это вообще сейчас было неожиданно, кстати. А вот за это спасибо, родной.
Не понял сейчас. Как это понять? А, из-за состояния, ёпта. У того состояния, ребят, пободрее. У этого состояния пободрее. Так, поехали. Очень неплохо, я вам так от себя хочу сказать. А вот два факела. Вот этого, оно не нужен, два факела. Доспехи. Доспехи, знаешь что? Поехали. Лошадь. Лошадь. Поменяю со своим. Буду ходить в более козырном доспехе. Ожерелье. Лошадь. Слушай, нормально он так нам подкинул. Хорошо подкинул. Очень хорошо. Молодец. Вот прям уважаю. Очень он недурно нам зарядил. По мне он не попал. Я его лошадью подпер, он не нанес мне удар. Очень близко было, но он по мне не попал. И бинтов дал нам. Огромнейшее количество бинтов. Там что-то 7-8. Короче, на одну перевязку. На две конечности. Давайте я вот так вот скажу, хватит. Слушай, нормально мы здесь. Это типа отбился, что ли, какой-то половец? С чего он вообще один-то был? С какого рожна? Ребят, ваше мнение? Что он здесь сделал? Типа просто стоял половец. Что? Что это такое? Да. Так, идем до верха. Должен попасться домик. Может быть, патруль. Может быть. Нет. Горит у меня жопа. Горит у меня жопка. По кое-кому, блядь. В этот раз, братцы, папа заряженный придет. Давай. В этот раз я вам, бля, покажу силушку богатырскую. Я прям на лошади к ним, блядь, ворвусь, что они охереют. Ай да, бля! Поехали. На нахуй! Блять. Давай. Не, против трех вообще не вариант. Три не вариант. Но я попробовал. Три не варик. Три не вариант, ребят. Очень сложно. Слишком реалистичная игра. Ладно. Очень жесткие типы. Это свои, да. Бабушке, ёпта, расскажешь, какие это свои. Свои, да. Встречались мы уже, блядь, с ними.
Давайте в чистом поле теперь помахаемся. Поехали. Это где-то в районе лба был укол. Туда же. Туда же мусор. Сучонок замонтил. Очень жестко попал, да. Хорошо. Хорошо. Колющий в руку. Это рука. Тело. Лучник сейчас упадет. Еще один укол и... Все, он сейчас отлетит, этот парень. Упал. Бля, не покачать ли лук на них, а? Ребят, я тут что подумал-то? Может, мне на вас лук покачать? Прям с упора давать по ним. У меня лук-то ебурит тоже, дай боже. Братан, я... Извини, я не хотел тебе туда попадать. Разбойник, я же говорю, это разбойники свои. Вот эти псы, которые всех терроризируют. Ой-ой-ой. Яичко правое я увидел. Так. Теперь, ёпты, я побегаю, как, так же, как вы бегали. На, блядь. Ох, я сейчас лук прокачаю, вообще прям это лучшее вложение стрел. На, блядь. Просто великолепно. 3 из 3 пока что по выстрелам. Блядь, передержал. Чё встал-то? Блядь, что-то у меня силы, что ли, закончились? Всё, что ли? Понял я. Ты чё, родной? Ты устал или чё? Бля, еще не пробить тебя, ты посмотри какой. А что случилось-то? А, слышь, ну подожди, давай, давай, что ты баш на баш? Го? Не-не-не-не, ты что, столько дропа, чтоб от меня ушло? Столько дропа от меня никогда еще не уходило. Но он, видать, эта паника началась. Так. Нормально, ребята. Я не представляю, сколько они так побирали людей. Я к этим трупам вернусь. Yeah.
Давай все-таки попробуй. Хуя себе. Нихуя себе ты, блядь, что умеешь, сучоныш. Нормально. Секунду. Я качал в бою. Блять, не помню, где это. Ага. Укол лево-право. Укол лево-право. А вот это очень неплохо. Охуеть, он на перекаче, блядь, тип. Вообще пизда. На ебейшем, блядь, перекаче. Охуеть. Очень жесткие типы, блядь. Очень жесткие. Вообще не варик, блядь. Причем именно вот эти типочки. Но у меня, видишь, у меня физика очень слабо прокачана. У меня именно физа слабо прокачана. Без проблем. Без вопросов. Я мне в каску прилетела. Прямо обиделся, что ли? Бля, лошадь. Лошади вообще он пока стрелять не умеет. С лошади стрелять не умеет. Бля, может быть, как же их? Мы подумаем, как. Это как вот в реальной жизни против чистого целого этого выйти. Это вак. Вак в чай. Oh,
Два в лицо просто. Он аж встал, ему что-то вообще сейчас. Вот этому прям очень хорошо. Шею. Это смерть. Это... А, все что ли? Нет. Что, блядь? Да ну нахуй! Да хорош, ты че, ёпта, угораешь что ли, блядь? Охуеть! Блять, какого же левела-то эти разбойники? Охереть просто! Мне просто интересно, это что за левел? Так тоже неплохо. Шикарный выстрел. Вообще даже без комментариев. Подмышку пролетел. Ну что, раз на раз попробовать? Надо учиться все равно. У нас, видишь, у нас меч не прокачан. Давайте еще раз поучимся. Учиться надо. Не понял, какой-то удар делается, если честно. Что-то укол, лево, право, низ. Укол... Укол. А почему он не делает тот удар, который мне нужно? Стоп. Это чё, блядь? Это... I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Стамины не хватает, я бы его выебал сейчас раз на раз. Блять, нужна стамина. Я не могу блочить просто вишевого удара без стамина.
Пойдет. Без скилла выживания это было очень неплохо. Еще раз, секунду. Да, вот этот вот возьмем, он попроще немножко. Очень вот это размашистые удары. Да ну нахуй. Это, по-моему, в шлем. Пробил. Где рука? Чё нахуй? Мне просто ради интереса. Он пропустил. Ёбок, блять. Очень жесткий. Ну ебать комбинации. Вообще забейте, блять. Там пизда, там начинается спам и все, и ГГ, блядь. Все, короче, я понял. Валим просто лохов с лошади и все. И не париться. Вообще абсолютно не париться и даже не заморачиваться. Просто слезаем. Да, лук просто на них качаем. Я сейчас вкину стрелы. Блядь, у меня стрелы только такие остались. Ну ничего страшного, сейчас с этого заберем. Игра, да, говорит про выживание, то есть выживай как можешь, можно так сказать. Хуя ты встал. И чё, прикалываешься или да или чё? Долго думал. На, ёпт. Отсосёшь. Ах ты животное, блядь.
На, блядь! Блять, ПВП века. Мы выживали как могли, ёпта. Все? Все, девка. Не-не-не. Разбойником, тем более он там кричит, что типа бастард. Разбойником. Не, браток. Не-не-не-не. Таких щадить не будем. Так, одно есть. Ранение в ногу, но не смертельное. Я здорово. Так. Ёпта, а где тело-то? Hey, who's there? What's that? Блять, а где... Бабушке расскажешь. Поехали. Не-не, это другой, это уже вышел, который. Ноги. Бля, чё? Блять, стамины не хватает. Все хорошо. Все хорошо. Сука, не хватает стамины только. На, блядь. Живем, живем, сука. Ёбаный спамер, блядь. До конца, до конца. Голову мне, бля, пробил. Ну сколько мог, ребят, сколько мог. Сколько мог, доджил, но не хватает, просто по стамине вседаю. Все, все остальное вообще четко, все в кайф, все круто. Короче, давайте, наверное, битву с этими типами оставим мы все-таки на следующий раз.
Поищем сокровище. Бля, очень интересно, очень хардкорно, прям, ну, очень-очень-очень-очень-очень. И лук здесь тоже не имба. То есть я так скажу, что здесь прям довольно сложно это. Плюс у меня тесак, типа, ну, такой. У меня режущий, колющий, видишь, но не ударный урон. Поэтому больше у меня вообще режущий, кстати, даже не колющий. На самом деле ствол вообще говно. Надо посмотреть, и может быть его где-то заменить, либо на какой-то другой волыну его заменить, потому что, ну, прям он просевший вообще в дугарину. Так что, ребят, всем спасибо, всем пока. С вами, как всегда, был я, Леха, и канал Hard Games. Удачи!